Привет, народ! У нас небольшая рубрика «Новости от Жуков Гараж». Кто не знает, Жуков Гараж – это тюнинг-ателье, которое первое стало делать вездеходы Шер лучше. Пожалуйста, встречаем новоиспеченный пирожок. И давайте глянем, что у нас тут сделано. Ну, в первую очередь, обращаю сразу внимание, это алюминиевый багажник. Кстати, мы себе будем ставить багажник тоже. Практика показала, что при выездах на лодке с рыбалкой, еще какие-то выезды зимой, туда можно загрузить достаточно много вещей. Когда же у вас предстоит экстремальная какая-то легкая экспедиция, вы можете легко открутить 10 болтов, снять его, оставить в гараже, и вуаля, Шерп опять имеет свою геометрию непревзойденную. Что мы имеем здесь? Ну, это фирменный Кунг от Жуков Гараж, боковой свет, окна, ну, для того, чтобы можно посмотреть вообще там такую глухари на болоте, не такую. Далее идем. Ближний свет в крыльях стоит. Я бы всем рекомендовал вот вместо этого ближнего света ставить галоген желтенький, для того, чтобы в пургу, в метель вы имели возможность что-то видеть. Светодиод, когда светит, видимости никакой. Все светится, все мелькает, видно весь снег, кроме дороги, все видно. Поэтому рекомендую вот сюда ставить галоген. Я думаю, Жуков Гараж освоит этот прием, как раз начав с нашего вездехода. О, что я тут вижу? Ребята, это стекло с подогревом. Идет зима, какая-то наледь. Вот когда вы ночуете в вездеходе, образуется наледь. И чтобы ее отогреть, достаточно много времени надо потратить. Здесь же мы нажали кнопочку. Во-первых, стекло и не потеет в дождливую погоду летом. А зимой очень хорошо наледь оттаивает. Прекрасно. Это тоже стекла Жуков Гараж делает. Лебедка. Ну, лебедка, вы все уже видели, что лебедка нужна. Как минимум, не для того, чтобы застрявший вездеход вытащить, а либо вытянуть кого-то, либо для того, чтобы подстраховаться на реках с крутыми берегами при выходе на берег. Либо просто преодолеть какой-то крутой подъем или спуск. Это вы тоже видели у нас в видео, как мы ездили в Карелию. И с помощью лебедки забирались на льдину, ну, высотой, наверное, сантиметров 60-70. Из воды выходили. Здесь то же самое, что и с того боку. Все одинаково, друзья. Вообще, это классический комплекс работ Жуков Гаража. Как у Жени спрашиваешь, Женя, а что было поставлено на машину? Это все. А вот. Значит, смотрим далее. Посмотрите, музыкальная подготовка. Ну, я надеюсь, я не доживу до тех времен, когда у нас будет музыкальная подготовка, потому как у меня даже в машине уже музыки нету, лишь там такая радио бурчит что-то. Значит, смотрите, это перешивка салона, это люк сдвижной, откидной, очень удобно. Ребят, хочешь так откинул, хочешь вот так откинул. То есть вы его сами настраиваете, как вам нужно. Мы еще сделали вот сюда москитную сетку, вставку. Я думаю, Жуков Гараж тоже освоит скоро производство таких вставочек. А вот, тем более у них все для этого есть. В эту вставочку можно даже подключить вентилятор с регулировочкой, который будет у вас или вытягивать воздух летом, или загонять сюда в салон, чтобы не было жарко. Значит, далее. Что у нас? У нас классические сиденья, которые можно ставить поперек салона, либо закрыть все вот это пространство под спальное место. Тоже прикольный такой функционал достаточно. Светодиодные трубки сейчас идут какие-то новые, у нас таких нету. Мы такие тоже хотим себе, вот такие вот светодиодные трубочки. Ну-ка, давайте. Ох, какая красота-то! И они еще под диммер. Здесь у нас установлен инвертор, вот розеточка, выход. Ну что ж, в кабине, в принципе, тоже свет. И давайте посмотрим на панель. Это вот как раз то, что надо разглядеть. Я, ребят, не знаю, сейчас будет вам видно или нет, но если что, я вам вставлю фотографию.
этой панели. По мне так очень удобно, функционально. Смазки цепей, дофига всего, я даже сам не знаю, что тут есть. Вот поворотники нашел. Вот эта гуделка должна быть, не работает гуделка. С зажиганием, наверное, только. Брызгалка, дворники, тоже с зажиганием, видать, работает. Монитор, посмотрите, как монитор красиво встроен, вставлен. Монитор GVC. У нас тоже такая будет новая панель. Так, даже аудиоподготовка, микрофон даже стоит. Ну, в принципе, стандартные приборы Шерпа. Здесь у нас управление светом всем. Здорово? Здорово, ребят. А что еще? Тут перешито сиденье. О, и, кстати, Жуков гараж уже освоил производство смазки а-ля Герасим Шерп. Это новая смазка, которую мы придумали, аккуратно они ее организовали. А об этой смазке мы уже рассказывали на канале. Ссылочка у вас будет на экране сейчас. Также, ребят, хочу отметить защиту, которая себя довольно хорошо показала. Она установлена здесь на все днище. Состоит из трех модулей. Вот такие съемные сменные модули. Если вы даже ее умудритесь разбить как-то, потому что, ну, с дуру можно, конечно, то всегда можно заменить какую-то часть. Здесь вот установлена также усиленная накладка на морду. Стоит вварено, старое срезано все. Сталь 09Г2С, троечка. Мы ее согнуть еще не смогли. У нас такая же стоит мордашка. Дверь мнется, а это нет. Также установлены, ребят, усилители бортов. Это вот, наверное, все замечали у нас, когда едем мы на вездеходе по каким-то хорошим ямкам, кочкам, у нас такой брум-брум-брум-брум. Это вот большая площадь металла блямкает. Здесь вварены уже усилители. Здесь такой проблемы нету. Также установлена вытяжка, которая очень помогает летом. Трюмная помпа, которую Женя нам тоже обещает поставить. А как вы хотели? Мы же вон на каких сплавах сплавляемся. Вдруг вода в борт начнет попадать. Я чем, кружкой буду отчерпывать? Ручки на кабине а-ля Герасим Шерп стоят. Что касаемо воды, на вездеходе обработаны специальной мастикой днище вездехода, где собирается вода. За счет этого уменьшается коррозия. Ну что ж, вот такой вот малыш получился. Это я уже вон ползал, тут багажник проверял. Задняя люстра стоит, ну и камера заднего вида. В принципе, что хочу сказать? Хочу поздравить нового владельца этого обновленного, нового, еще и обновленного вездехода Шерп, доработанного, прокачанного в Жуков гараж. Ну, а всем остальным приезжайте, вон какие у вас красавцы ждут. Какие-то продаются, какие-то просто на тюнинге стоят. Здесь всегда людно, всегда какие-то очереди. И не забывайте говорить, что вы пришли в Жуков гараж с канала Герасим Шерп. Вас ожидает скидка и приятный бонус. Все, друзья, на этом новости от Жуков гараж заканчиваются. Не заканчиваются. Мы же зачем сюда приехали-то? Мы отдаем свой вездеход. Нет, конечно же, не в хорошие руки. В заботливые руки Жуков гараж. Я думаю, он у нас появится другого цвета. Вообще, другая будет машина. Какой цвет и что с ним сделают, я не знаю. Ребятам отдаем на прокачку. Женя сказал, извернемся. Надеюсь, туалет они нам туда не поставят. Почему же и нет? А на водительское кресло, да? Душ-туалет. Вот так вот, ребят. Ну что ж, мы отдаем на месяц нашу машину. Уходим на воду. Ну что ж, ребят, пожелаем нам удачи. Мы на воду. Шерп на доработку. Мы уже Жуков гаражу разрешили стырить все наши наработки. Ну и хорошего вам лета. Вот, ребят, насчет оснащения. Жуков гараж работает уже вот такой принтер, 3D принтер. А какой размер стола у нас здесь? 2,40 на 1,20 м, а по высоте 80. То есть вот так вот. Уже какие-то можно печатать детали для тюнинга, любые ваши хотелки. Ну, сейчас идет процесс отстройки. Жуков гараж приобрел ЧПУ-станок.
новейший, в пяти плоскостях делает работу. На самом деле, ребят, шутки шутками, а вот такой вот помаднее китайского это будет. Ладно. Ну да, только направляющие вот по сильнички поменяли, вообще хорошо. Да, вот так вот они и соседствуют. Вот этот и этот. Что-то тут у нас происходит. Мишаня зачем-то следит. Пилит наш фаркоп. Это наш этот фаркоп пилит, ребят, да. У нас будет опускающийся, поднимающийся фаркоп. Да, для того, чтобы он мог у нас регулироваться по высоте при разной загрузке, мы делаем вот фаркоп. А ребята нам его помогают отпилить. Замечательно. Вот видите, не только вездеходы Шер приезжают в Жуков гараж, но и вездеход Лесник Профи посетил данное ателье. Какие-то на нем работы производятся. Какие, пока мы не знаем толком. Так что вот так вот. Эта машина одна из первых, это еще прототип, самый первый профи. Или второй выпущенный. Поэтому есть какие-то недочеты, недоделки, которые лесники уже у себя исправили, а здесь не исправили. Вот так вот в Жуков гараж происходит движение даже в субботу. И, кстати, давайте-ка подумаем, какого цвета нам сделать шерп. У нас есть для этого время и есть возможность выбрать даже два цвета. Кунга и самого кузова. Рисуйте фотографии, раскрашивайте. Победителя ждет приз. Если нам что-то понравится, какое-то цветовое решение, победителя будет ждать приз. Вот так вот. Правильно, Мишка? Совершенно верно. Вот, Мишка не обманывает. Вот, либо просто пишите цветовые решения какие-то. Радугу не предлагать. Ой-ой-ой-ой, ребята, узнаю. Апельсинчик это новенький. Да смотрите, что они с ним сделали-то. Смотрите, какие модные звездочки. Растрепали. Да, да. Вот тот, кто сомневался, не хотел покупать новую машину, которая собиралась для Канады, тот опоздал. И такой цены, ребята, никогда не было. Посмотрите, какой Эбершпехер стоит. Ёлки-палки, как у нас все. Сразу уже в базе. Притворчики на капоте сделаны. Да, тут машина вообще серьезно была сделана. Вот, а машинку купили и уже тюнят в Жуков гараже. На разницу в цене от новой можно сделать офигенный было тюнинг. Так что, кто решался и не купил, тот пролетел. Но обязательно следите за нашей вторичкой, следите за объявлениями, анонсами. Возможно, будет какой-то интересный вариант. И, возможно, можно будет приобрести выгодно машину и сделать на ней шикарный тюнинг на разницу в цене. Ну что ж, ребят, и вот еще разочек мы вам покажем револтер, как работает. Заводить будем сейчас тундру 5,7 литра, V8. Попробуем завести. Это у нас револтер самый большой, нитро комплект. Ну, у нас что в машине был, вот сказали, что, ребят, помогите, у нас разряжена полностью. Попробуй. Вообще ничего она. А, то есть она вообще мертвая. То есть у нее сигнализация выжрала вообще полностью все. Миш, подержи, пожалуйста. Поснимай. Так. Минус, плюс. Плюс вот у нас. Попробуем завестись. О, так. Сейчас, подожди. Как вы видите, машина ожила, 95%, в принципе, можно пускать. Давай. 5,7 литра, запуск. Еще раз. А, отключилась просто здесь. Есть? Давай. Пожалуйста, ребят. Револтер нитро 5,7 литра. Вообще мертвый аккумулятор. Полностью высаженный сигнализацией. Это работает. По промокоду Герасим Шерп вы можете купить такие комплекты со скидкой в 10%. Мы же полезны.
полезное.